В кабинете начальника управления коммунального хозяйства Арсанали Мустафаева состоялось оперативное собрание представителей сфер коммунальных услуг, где одной из обсуждаемой темы стала несвоевременная оплата коммунальных платежей жильцами как многоквартирных домов, так и в частных домовладений. Генеральный директор открытого акционерного общества «Горводканал» Мурат Дибиров отметил, что в последней работе по сбору средств за оказание коммунальных услуг, водоснабжения и водоотведения со стороны участковых ГУВД города Хасавюрт, а также представителей квартирных комитетов ослаблено. В продолжении беседы директор управляющей компании спецсервис контроля Магомед Тажудинов также поднял вопрос о невыплате средств за предоставляемые ими услуги. Их работе доставляют некоторые помехи квартиранты, проживающие в многоэтажных домах, которые отказываются сотрудничать с управляющей компанией. На данный момент все затронутые вопросы на оперативном совещании будут рассмотрены и пойдут в ход разбирательства для устранения возникших проблем.